Для исполнения короткой программы наверх приглашается Макар Игнатов. Зрители уже, когда поняли, что сейчас объявят Макара Игнатова, очень тепло его поприветствовали дружными аплодисментами. Зритель знает этого фигуриста и любит его выступление. И сейчас хотелось бы верить, что у Макара, ученика Евгения Рукавицына, получится порадовать пермскую публику. Эх, Макар, Макар. Ведь начало было таким многообещающим, просто супер плюсовой и супер сложный был четверной Ридбергер. Потом каскад, четверной тулуп, тройной тулуп, на который очень много сил пришлось отдать. Не совсем хорошо выкатило из первого четверного тулупа Макара, но он, проявив какие-то невероятные просто бойцовские качества, со своим ростом, с таким солидным, он все-таки вкрутился в этот тройной тулуп, чем меня, честно говоря, очень сильно удивил и еще больше заставил зауважать. Хорошо попался. Ноги вообще там. Да я что-то. Очень широко все пошел, да, вот тройной аксель. Я потерял сторону. Да я видел, что ты за это сам, но дело не в этом. Ноги-то надо собирать в аксель. Да, очень широко было, я тоже сам хотел сказать. Очень широко он пошел в этой таксель. И я это сказал и Александру во время проката, чего вы не могли слышать, что почему же ты так широко пошел. И сейчас это же самое говорит примерно Евгений, только другими словами, более вежливыми ленинградскими словами, что ноги-то надо в прыжке собирать. Но оказывается. Тем не менее, мы же услышали. Посмотрите, еще какой Ридбергер, это просто. Ридбергер вообще сумасшедший. И вот четверной тулуп чуть вывалился из круга, дернулся конек, но посмотрите, с места прошел, вкрутился, сделал тройной тулуп, поборолся. То есть это
Большой мастер только может так сделать. Очень обидно. На всех тренировках ты ни одного... Смотри, как широко. Ноги даже в группировку вообще не встали. То есть... Я не знаю. А ты слышишь, что сейчас говорит Евгений Рукавич? На всех тренировках ни разу не сорвал. И вот самый неподходящий момент. И Макар это тоже сейчас демонстрирует более чем наглядно. Женя просто, я имею в виду тренер, Геннадий Геннадьевич Рукавиц, он просто восхищается, как можно докрутить акцию с такой группировкой. Тем не менее, 82-92. Это третий результат. На первой позиции по-прежнему остается Алексей Ерохов, 93,6, 87,4. Матвей Витлугин второй, Макар Игнатов третий, 82,9 балла.